Ertog på den där femtalen traktat till romantan mot Jerusalem David Bedvinas list i Jerusalem skott anguda traktat att romant i Jerusalem som tyvärr tog rörelse nishmat av den drushim och hamid borucha i Bezirpo och begam Miriam Marusia bad Jochevet och begam Sara bad Miriam Marusia och sagt att misruf och att misrael shalom varis uba olam. Tog четвертая мишна говорит так. Хамишалу и труму. Пять человек не должны отделять труму. Ве им торму, труматан, трума. Но если они все-таки труму отделили, трума это трума. Кто это пять человек? Ха или человек, который глух, человек, который немой. Веха шикор, человек, который пьяный. Веха арум, человек, который голый. Веха сума, слепой. У балькери, человек, который потерял свое семя. Балькери. Ло и труму, ве им торму, труматан, трума. Если они не имеют права, не должны отделять труму, но если они отделили, трума считается трумой. Энтурмин, лобе мидаве, лобе мишкаль, ве лобе миньян. Дальше говорит мишна, что труму нельзя отделять, вот эти первые 2% нельзя отделять ни по весу, ни по объему, ни по количеству, ни по счету. А вальтурему это мадут, ве это шакуль, ве это мануй. Но то, что взвесили, от этого взвешенного он, да, имеет право отделить труму от взвешенного, от подсчитанного и от того, от чего определили объем. Дальше говорит мишна. Эн турмин бесаль ве купаше эн шельмида. Если у человека есть корзинка или есть коробка, которую он использует как меру чего-то, такую коробку и корзинку для трумы он наполнять не имеет права. А валь турему бэхэн хатсиан о шелишан. Но если эту корзинку или коробку он хочет наполнить наполовину или на треть, имеет право. Почему? Мы дальше посмотрим. Труму для коэнов первые 2% должны отделять на глаз. Нельзя отделять, как мы сказали, взвешивая или отчитывая. Лой трум бе сеах хатия шахития мида. Но если есть такой размер, раньше сеах, как сегодня литр, у него есть кружка литр, да, и там обычно пол-литра тоже отмечается. Поэтому не имеет права этой кружкой отделять ни литр, ни пол-литра. Это мишна. Мара говорит, почему эта сеа, она специально предназначена для измерения. А корзинка и коробка, они не были предназначены для измерения, поэтому если там набираю половину или треть, работает полностью, я знаю, там какой размер. Половинка и треть там не отмечены. Все же отмечены. Дальше. Мара говорит так. Ешь мэн литне абраха, веш мэн ше эн гихолин литром мин хамуфхат. Вот эти пять человек, пять категорий. Почему они не имеют права отделять труму? Две причины. Одна из причин. Некоторые не отделяют из-за того, что они не могут сказать благословение в том состоянии, в котором они находятся. Другие, потому что, когда мы отделяем труму для коэнов, нужно выбрать лучшие фрукты. Для коэнов отдаем все самое лучшее, если они на беркат коэнам утром приходят. Говори дальше. Гмара так. Ха-илем, ве-ха-аром, валь-кери, митне абраха. Три этих человека. Человек, которого мы сказали, немой. Человек, который голый. И человек, который балькери, они не имеют права отделять труму, потому что не имеют права говорить благословение. Голый не имеет права говорить, немой не может говорить труму. И Балькери тоже, это было во время, когда Эзра Суфер постановил, что человек, который даже имел митцву со своей женой, пока не окунулся в микву, говорит благословение, изучать Тору не имеет права. Но это так она не прижилась, поэтому хахамим сказали, что «Дивре Тора ломи габлим тума», слова Торы нечистоту не принимает, поэтому человек должен искупаться, помыться и имеет право говорить благословение. Но здесь это было тогда еще, это когда постановление действовало, поэтому Балькери труму не имеет права отделять, потому что не может сказать благословение. Вехасума, вешикор, шеенихолим, литромина мухар. А человек, который слепой или пьяный, они труму не отделяют. Почему? Потому что не могут выбрать лучшие фрукты, овощи для коэна. Аба бар равгуна амар. Аба сын баргуны говорит так. Что? Шатуй. Что это шатуй? Человек немного выпивший. Он немного пьяный. Алит палер, он пусть, то есть, если мы так мы начали говорить про выпивших, про пьяных, говорит он здесь, пусть такой человек, немного выпивший, не молится. Вимит палел твилато тахануни. Но если он все-таки помолился, молитва считается молитвой. Шикор, но человек, который пьяный в доску, алит палел, он не имеет права молиться. Вимит палел твилато гидуфин. Но если он помолился, его молитва, по-английски это blaspheming. Что это позор, это оскорбление Всевышнему, да, это оскорбление. Немножечко можно, да, значит? Немножечко можно. Сколько немножечко? Это 86 грамм вина или меньше. Поэтому человек, который выпивший, он считается, оскорбляет Бога, когда он молится. Эзе шатуй. Кто считает выпившим немного?
Коль шишата рви, который выпил рви 86 мл вина или меньше. Шикор шишата йотер, пьяный, который выпил больше. Там анамре, там в Вавилоне, определяет это по-другому. Коль шену ехоле дабер лифне амелех. Кто считается пьяным в доску, тот, кто не имеет, тот, кто не может в таком состоянии стоять перед царем и с ним говорить. Не может стоять перед царем из плоти и крови, то тем более перед царем царей ты не имеешь права так молиться. Раби Зеира, байер Раби Зеира спросил про кумер би Иси, у Раби Иси спросил, шикор, мауши и варех, пьяный, имеет право говорить биркат амазон или нет? Говорит, ответил ему, амале ве ахальта ве савата уберахта ве афиру медумдам. Тора говорит, ты поешь, насытишься и благословишь. Это повеление говорить биркат амазон. Насытишься, имеет в виду, говорит он здесь, не только ты насытился едой, ты насытился и питьем, ты весь пьяный, ты уже засыпаешь, все равно биркат амазон ты говорить должен. Можно? Ло цурха де ло мауши и крашма. Говорит Мара, да, можно говорить биркат амазон. Но Мара говорит, вопрос был все не в биркат амазон, а вопрос был, имеет ли такой человек пьяный говорить шма Исраэль или нет. И Мара на этот вопрос не отвечает. То есть вопрос здесь, шма Исраэль это благословение или это молитва. Благословение он может сказать, когда он выпивший. Но молиться он не имеет права. Там же язык запретает. Как он будет биркат амазон говорить? Будет аккуратно говорить понемногу. Амар Аба Баравин, говорит Раба Аба Баравин, вернее, хат хасид шаал Илияу за коля дов, арум мау шейкра шма, один хасид спросил у Илияонови, то есть ему открылся Илияонови, имеет ли право человек, который раздетый, голый, читать шма Исраэля или нет? Он вообще без одежды. Амале вело ираэ беха эрват давар, эрват дибур. Написано в Торе, и не будет у тебя видно наготы. Эрват давар, то есть ногой вещи. Но кроме этого, говорит, что здесь эрват дибур, наготы слов. То есть, когда ты голый, когда ты ногой, когда твои срамные места не закрыты, не имеешь права говорить слова Торы. Когда ты не одетый. Тане Хиския бен ликрот бен леварех. Что Хиския, брат, говорит, что Хиския говорит, что человек не имеет права не говорить. Шма Исраэль не имеет права благословлять, пока он не одетый. Дальше говорит Мара, Таман Танинан, Хамуне Мешубах, Вамудет Мешубах, Хемену. Что мы сказали, человек не имеет права измерять и отделять струму. Но дальше в 4 главе мы будем с вами учить, что человек, который посчитал, человек, это отлично, человек, который измерил, это еще лучше. Человек, который взвесил, он лучше всех. А здесь Мишна говорит, что не имеешь права измерять, вывешивать и так далее. Труму, как так? Как эти две Мишны противоречат? Говорит, ну нет. Амар би ушо бен леви, кан бе трума гдола, кан бе трума петрумат масер. Наша Мишна говорит, что когда ты отделяешь трума гдола, это первая трума для коэна, 2%, ее всегда измеряют на глаз. А там трумат масер, там леви от своих 10%, он должен был получить 10% точно. Когда даем леви 10%, мы должны точно взвесить, определить, сколько у меня есть продукции, и отделять ему 10%. И он потом от своих 10%, 10% отделяет для коэна, и там тоже точно нужно. Но первые 2% мы даем на глаз. Ветанекен, Элиэзер бен Гамла говорит так. Омер, минайнче эн турмине лобе мидаве лобе мишкал ве лобе миньян. Откуда мы знаем, что мы турму не отделяем ни по весу, ни по объему, ни по счету? Мудомар, бенехшав лахем труматхем. Тора говорит, и засчитается вам ваша трума. То есть, бенехшав, что значит засчитается? В мысли. То есть, в мыслями, то есть, а на глаз человек должен выделять свою труму. Бенехшава от торем, бен от торем, бемидау, бемишкар, бемидян. На глаз ты отделяешь, но не отделяешь по весу, по счету и по объему. Дальше. Ма трума гдула бемахшава, аф трума маасер бемахшава. И он говорит, это его мнение, но лаха никак. Он, как эта трума гдула, 2%, мы отделяем мыслями на глаз, так и 10%, которые получил Леви, от них он отделяет 10% тоже на глаз. Но лаха не так, те 10% отделяем точно. И заканчивает Мара, говорит так. Веха танина научили, а вальтурему это мадуд, это шакуль, это манут. Что человек им отделяет от взвешенного, от посчитанного и от того, что определили объем. А мы говорим, нельзя же так труму отделять. Объясняет Гварама. Амар Вилазар. Кени Матнита. Говорит Вилазар, мы учили Мишне так. Модет Адам Эттивло. Человек имеет право взвесить
свою или модель определить объем своей пшеницы. Он собрал, он может посмотреть, сколько там пшеницы. Тонна, две, три. Умахни соли только в это, потом он эту пшеницу заносит домой. Убивает черой тром бемида. Но потом, когда отделяет от нее, он отделяет труму на глаз. Шокел адам этивло умахни соли тох бето. Человек имеет право взвесить то, что он собрал, и потом занести домой. Убивает черой тром бемишкаль. Но когда отделяет труму, не отделяет по весу. Монеу адам этивло. Человек имеет право посчитать свою продукцию, которую он собрал. Умахни соли тох бето и заносит это домой. Убивать шило и тромбы меня. Но отделяет труму, не считая. То есть, для того, чтобы определить на глаз, сколько мне дать коину, я имею право взвесить, сколько тонн пшеницы я собрал. Я собрал 10 тонн пшеницы. От них я должен отделить 2%. Эти 2% я отделяю на глаз. Я могу ее взвесить, я могу ее определить объем и посчитать и так далее. До того, как я отделил. А когда отделяю, отделяю на глаз. Вера зачем продолжим на следующем месте. Баруха Дунай Лаулам. Амин ве амин.